В Чебоксарах начали развиваться новые виды спорта – виндсерфинг и кайтинг. Теперь любителям экстрима достаточно прийти на берег Волги и иметь при себе необходимое оборудование. Наша съемочная группа побывала на обучающих тренировках. Виндсерфинг – это вид парусного спорта и водного развлечения, в основе которого лежит мастерство управления на водной поверхности легкой доской с установленным на ней парусом. Обучение кайтингу и виндсерфингу в Чебоксарах проходит на базе Федерации кайтинга и серфинга Чувашии. Здесь впервые в этом году, в июне, начали проходить обучающие тренировки. Большие паруса используются при слабом ветре, а маленькие – при сильном. Кайтсерфинг – вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой, удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем. Всего в секции занимаются 10 детей. Их возраст от 14 до 18 лет. Но есть и самый юный любитель 9 лет. Увидела на сайте ЧИБРУ запись, то, что можно заниматься таким спортом, как виндсерфинг. Мне стало интересно, я решила прийти сюда. И когда я пришла, мне рассказали много чего интересного. Мне стало интересно попробовать это. Как это вообще? И мне достаточно понравилось, и я буду заниматься, сколько не надоест. Тренируются юные серферы 3 раза в неделю по 2 часа. Сначала дети проходят физическую подготовку, затем теоретический курс по материальной части и переходят к практической, на воде. Для занятий такими видами спорта необходимы специальные гидрокостюмы и гидрообувь. Дети сначала учатся стоять на доске без паруса, тренируются ходить вперед, назад по доске, крутиться по ней. А потом, как они освоят уже доску, подружатся с ней, я предлагаю им начать занятия с парусом. Тренировки с парусом проходят намного сложнее, потому что есть трудность выдернуть парус из воды. На сегодня дети научились стоять на доске, ходить под парусом по ветру и против ветра. Набор в группу продолжается, и все желающие школьники могут прийти на обучение такому увлекательному виду спорта. Анастасия Лангина, Антон Вовк, Республика.